вот, Там я вижу, плов да. сегодня я буду играть на Светофор агр... был да, вот. непростой снова, Типа как уже НСГ, да, повелось типа по пол. новой, не знаю, традиции или может не традиции. Короче, играю в метрострой на новой линии. Так. Поезд я уже завел, включил. На юбилейном, в окраске небе. Ну, собственно, где я живу. Так, мне уже... В общем, да. В общем-то, да. Все, что я понял, это то, что у нас, то, что этот сервер, во-первых, новый. Я в нем играю первый раз. Первый раз, да. Поэтому, во-первых, я мало что знаю. На юбилейном я катался в реальной жизни. Поэтому тут все нормально. В этом плане, то есть, если быть очень точным, звук вроде есть. Ой. Так. Все по тормозам. В общем, да. И не помню, как это называется карта, но, во-первых, вы сами посмотрите на уровень ее детализации, во-вторых, здесь будет очень сильно лагать, я думаю. Не знаю, что на компьютер, конечно же, лагать будет очень сильно. Потому что вон, деревья. Ну, составы еще ладно, но... Ой, только начал говорить о лагах, мне тут пишут: «Лагают? Нужны на коуте утилиты оптимизации». Логично, с одной стороны. Но опять-таки эта оптимизация скорее там. Во-первых, у меня она уже вся включена. Там, включить, выключить и там кэш. Включить, выключить там еще какие-нибудь штуки, такие, которые скорее отвечают за быструю прогрузку компонентов игры, чем как-то вообще оптимизируют карту. И там удаляют объекты какие-нибудь. Открываю E1 LN3. E1 LN3. В общем-то, да. Во-первых, карта для меня, как я уже сказал, да? Я на нее не очень хорошо играю, наверное. Потому что она... О, можно мешать туда. Потому что, ну, вы сами видите, у меня сейчас 26 FPS. При том, что я вообще всегда снимаю при 70. Ну, потому что у меня там NVIDIA, я могу себе позволить, например, снять 70 FPS. Ой, тихо. Нормально. В общем, да. Такое себе, конечно. Это, наверное, красный будет. А? Так, дальний LS включен. Двери рабочие. А почему там красный выдает? Надо его как-то открыть. Блин, я не знаю, как его открыть. Вам тут надо подъехать или подождать, что ли?
М3, может. Ну что, я сейчас не знаю. Открыть этот машину. Ой, во-первых, не пишет. Давай, что не показать. А хотя ладно, я тут один на офисе. Не, красный все равно. На станции кто-то там стоит. Нет, на станции никого нет. А почему такой красный горит? Короче, пишу. Я тут умер. Оп, и улыбочку, кстати, с хорошим намерением. И ну, получается, я тут и правда застрял. Вот, красный. Что она удаляет составы, назначить удаление на белом. Если бы я знал, так это делать, я бы, да. А, вот же, тут можно открыть. Не сейчас, наверное, открою, что красиво. Смогу открыть, да? Или все-таки, да. Ванна один привела вас на плюс. Ой, на минус. На плюс. На минус. Хоба. Да. Сейчас зеленый. Я шок. Спасибо. Спасибо. Все, продолжаем наше движение. Красиво. Оп, стартуем. А тут сам даже не знаешь, как это открыть, если вот ты не разбираешься в этой карте, вот. Где, что, все находится, то ты даже не узнаешь, что тебе нужно и как тебе выйти на лифт. Это может мне понадобиться. Ладно. Может я без помощи не справился, но это будет у меня колоссальное все время. Англии немножко. Просто я не смог только из-за этого. Кстати, а почему там три вагона, у меня четыре, может, все-таки надо брать? Даже информатор не сработал. По идее, лежу. Я на этой карте, кстати, никогда не играл. Мне она, кстати, не нравится. И так ярко, ярко, потому что я тут тумблер отключил. Такая вот обычная. И вся такая современная, что ли. Может, она даже реально, если поискать. Та же карта, ну, не один, их искать.
Я только начал стопить. А мне уже как бы говорят, сам не купляйся, о, ура, карта поделена на 2 часа. Чувство напряжения, контактного рельса на всех окнах. Но при этом тут же все горит зелененько. Вот, видите, это означает, что как бы есть контакт. Это, да, это улица внутри. Я еще и правильно настроился. Но не доехал. Не доехал. Оп. Доехал. Лефорту, кстати. А, нет, я ж не переиграл. А следующее казино. Казино. А, пора. Почему здесь оно? Окей, собственно, не причем. Отправляемся. Я тогда решил, понимаю. Вот мне это не нравится, что отсутствует напряжение во всех вагонах, потому что ничего не дырка, ничего, да. Так, дальний, справа, ЛСР включена, отопление, да. Ладно, все рабочее. В таких поворотах не вообще горит, ну так такая игра, где да. 16 FPS, наверное, кто-то рядом. Вот. Потому что всегда, когда рядом человек, лагает. Но восточный символ. Да, вот, получается на одну станцию. Если бы нам можешь, не помню, кто как. Нет. Он поехал.
следующий. Оптимизация 40-60. Это вообще не помогает, знаешь. Ну. Как будто бы у тебя первый запрещающий сигнал, когда ты собираешься ехать от 3 до 4 запрещать. Да вы задолбали менять карту до 15 минут. Это сев, долбал. Меняли карту сразу. Меняли на другую. Поменяли сразу меня на другую. А вы 3 часа добавили, а через час после того, как вы добавили, снова сможете разговаривать. А то оно через 3 часа автоматически начало голосовать. А цифра 7. Раз, 8. Так, вот было 9, да, вот он сейчас стал спереди. А все из-за юбика. Может, за какие-нибудь другие кнопки повесить вот эту карту? Не на цифры, а на что-то другое. Ну, на нумпад пневматик. Тем более вот ты, вот да. Нет, но у меня ноут с нумпадом, у некоторых нумпада может не быть.
Тоже вариант. Нет, ну в принципе так и фэсы делают. А, в кайфе, да. Пипец, ты тут можешь. Это у меня еще максимальная оптимизация включена. Если я вытащу, если я вытащу, не буду. Анк новый команд Макс Петляр. Я говорю то, что анк новый команд. А, на оптимизации. Окей, окей, вот смотрите. Погодите, вы только можете по мне ехать в минуточку? Пожалуйста. Ага. Слава и... Да. Вот, я вот здесь вот чувствую, у меня 32. Да. 41. Я даже выключал вот эту вот оптимизацию, которая не прикольная. А, Макс, ты... ну это, по-моему, у меня здесь это вот. Это... Обращение. В общем, 27, 28. Ну, у меня уже на нуле стоит. Опс, я вернулся. В общем, я дам вам послушать несколько минут именно чистых звуков одного и того, чтобы вы помнили, что с ней опять-таки играл прикольно. Между прочим, кстати, по-моему, этот звук метро из Питерска. Вот это радио. Фосфорная кислота. В принципе, да, я с тобой согласен, что это один из видов поэтапивных веществ. Его ключо расширенную оптимизацию. Меня пугает твоя самая расширенная оптимизация, потому что. Я ничего не изменил. Сам выключил, а то очень громко говорим. Но не по делу. Я не знаю, как все понятно, что там было. Но я лучше сделал и туда, и обратно. Если смогу, то уже без стрелки. Включу, обратно, и вот почему у меня вот у одного сейчас типа, а где схема трех станций? Мистер Хит. Так там это
это норма, там часть вагонов не моторная, там нет еще. А, ну потому что показано только с учетным вагоном, только с учетным количеством работает. Ну потому что учетный вагон. Да, пойдем дальше. Потому что они новые. Ну а теперь самое веселое. Разбираться со стрелками. Я тебе так скажу, что подпишись полностью на коллекцию нашу. Если у тебя есть аркадный рысич, то могут быть беды. Игра, я, кстати, вот на этом сервере. Вот первый. Ну, тумблеры, они, по-моему, лампочки шестой. Так. Красиво, как. Что такое? Или под моим поездом что-то загорелось. И тут в моем поезде что-то загорелось. Давай еще. Голос все подправил. Но тут плохой пожар был. Опять пожар в окне. Может быть, ты замолчишь? Может, какое-нибудь мероприятие устроим сюда? Какое мероприятие? Не знаю, может, ну, либо сцепку какую-нибудь, либо это парад поездов. Я бы хотел бы парад поездов. Где помнишь-то? Ну, короче, это надо остальных спрашивать.
Как они хотят. Змеич. Я... Открой светофор перед Лухмановской. Откройте кто-нибудь E1 ОН. NG5. Откройте кто-нибудь, пожалуйста, E1 ОН. Я зажатый педаль идет, неудобно. Кто, блин, перевел стрелку? Стрелку, точнее, переведите, ребятки. Перед Лухмановской я не могу заехать. Кто перевел мне стрелки? Почему я сошел? Не. Ага, посмотрите камеру, которую я потом ставлю. Красиво. Спасибо. Я вот не знал. Короче, так, все, что на ней надо смотреть, пересмотреть. Третьим смыслом пикаем, как я понял. Ну, светофора там остановить. Да? Угу. А, я его уже проехал. Айлон 3. Окей. Надеюсь, это ты не хватало еще куда-нибудь перейти. Не в ту сторону. Конечно, что нет. Ладно, поставлю это просто на пару. В общем-то, я смог. Чего? Какой? Еще раз так. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Стаханская. Платформа справа. NG-93, да? Это. Вот, да. Все, ребятки, всем спасибо за игру. Круг. Удачи всем. Так. Все тоже. И, наверное, уже все. Буду выключен. Okay, yes, sir.
показатель того, я просто обязан поделиться. Я прослушал то, что такой мнимый показатель. Так, все справа, потом справа, все справа. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Окская. Насколько справа? Окская. Слушай, а это нахуй. Будьте дождя, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Thank you.
впрочем, в прошлый раз, когда я попался на другом теле, на более старом поезде, лагалось не менее, чем здесь. Здесь поменьше лагали. И при этом вы тоже, во-первых, очень дружелюбные люди, и при этом нет вот никак. Если у тебя есть вопросы, речи. Вот, то, что я говорю. И то, что... Здесь нет у вас двух ограничений, что типа 4, ладно, 3, там, 2, а только, например, 2. И здесь такого нет, и из-за чего вот, например, на номерном, например, тормозить полегче. Вот. И по сути все. Ну, опять-таки, вот люди вот, может, да, мне сказали, если будут какие-то вопросы к речи, ну, вопросов сразу пока что нет. Поэтому сейчас даже нет смысла. Вот, там есть паркинг, вот, сервер, дискорд, там, даже скачивал, и не особо пользуюсь, потому что я еще не спик. Так сказать, взгляды у меня консервативные, нежели либеральные. Станция Юго-Восточная. Платформа справа. Пишем Юго-Восточная. Платформа Юго-Восточная. Вот. Вот у них сайт. О, казино. Что означает эти буквы «Н»? Экран. Понятно, то есть что означает на кусте. Четыре моих, два твоих или как? Thank you.
Так, диспетчер, как пульт есть. Настройки. Игры. Не хочу. Там есть здание такое, где парковые сети, диспетчерская, я же не знаю. Улица Дмитрия. Да. Поехали скорее всего в депо.
Как сделать так, чтобы нового фонарь? Переводи, не могу ехать. Переводи, я пока тут разберусь, чтобы позвонил, все, я поеду. Переводи сам. Пока я тут все разберусь, алло, переводи. Конечно. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. This is Лухмановская. This train from Лицина. О подозрительных предметах сообщайте на комиссию. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует вступить. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству. Да. Здесь, короче, нужно быть. Повтори, я отходил. Вопрос. Я на втором почему? Можем проверить, пустой ли поезд, но пустой. Что это делает? Кузьмич, вопрос. Я тут не могу выехать. Ну, руки помогут. Ой, сейчас все знаю, Саша. Наверное, один. Второй на попу. Не один. Короче, вопрос, я что-то не могу выехать из дома, пока что не человек не стоит. Ладно, подожди, а? А на РТВ. Вот так вот. Не меняйте, как состав принят. Я только что узнал, что я поставил эту штуку, но не включил. Кузьмич, можешь подсказать? Высокий маршрут, высокое напряжение отключено, удочек отцеплен. Разрешают расследовать на 3-й станционный путь станции Лихмановской. Понятно, да, на 3-й станционной станции Лихмановской. Диспетчер, 15-й маршрут, а когда выйдет, какой маршрут,
Нахожусь на первой канаве, ты должен сказать. Как это все тяжело. Говорить 15 машин, нахожусь в первой канаве. Жду, выезда из первого канала на станцию и базу. 15 можешь ехать все уже. У меня не водишься, если светофора. Ой. Светофора D1, протягивайтесь до знака стоп. Понял. Уточните на маршруты, кто хочет открыть стафор В2. Кузьма, я там кто-то спрашиваю, чтобы он кто-то хочет стать. Не надо на ДСЦП Лухмановская, я сам справлюсь. Тут не сложно. Сейчас состав депо заедет тогда, и ты с первого канала поедешь, окей? Лена, секундочку. Ну и сейчас 28-й при разрешающем показании светофора. ЛН3 разрешаю выйти на перерыв станции Ухмановской. Да, доследите по линии, согласно ПО Глазрад. Понятно, разрешающий светофор ЛН, не помню какой номер, ЛН-3, следует до станции Ухмановской. Я понимаю, почему не надо, потому что у меня есть система подключена. Лимит. Сейчас тебе там соберу маршрут. Лимит. Я со старшего с депо выезжаю, как я тебя пущу? Я там понимаю, если бы я на плите бы мог открыть сразу несколько маршрутов, тогда без проблем, пожалуйста. А так я не могу. Если в жизни бы я тебе там... Иван 31, причина срыва выключатель бомбы с выключателя управления. Ладно, принимается. Больше так не делаем. Иначе улетишь по 1.10. Лена, в чем проблема? Вообще, в праве, вообще-то там 1.10 описано так. Не срывать бомб необходимо. А если, ну, в принципе, а если кто-то из админов есть, то лимит, в чем проблема? Газу дай. Даю я. 50, дай процентов. 50. Педали иди. Сейчас еще 15 минут. Газу. Техвост и горд. 15. Ты можешь стать на любой ДСЦП, только я не уверен, что ты управишься, потому что стрелки переводить. Вот,
один гей синий, третий путь на станции включен. Автооборот, так что разрешаю следовать по указаниям. Маршрут номер 207. 27. Другой человек хочет стать пойти на Лухманинскую. Я говорю, я справлюсь, не обязательно. Просто в менюшке ДСЦП. Типа. 15 маршрут 1 канала. Светофор по разрешающему D1 до знаков стоп протягивается. Оп. И надо ехать. Я думаю, вот батарею можно все закончить. Лемит красавчик. Теперь ты мне должен сообщить, что ты занял пост ДСЦП. А, вот этого человечка. Еще чуть-чуть вперед проедь. Я возьму, добавлю друзья. Отберу и там привал. Это маршрут, высокое напряжение отключено, удочка от себя разрешена. Проследует на третьей станционной пистанции. Лонью, да, ты 28-й читаешься как Лонью? Ну, твой ник читается как Луни, да? Все, окей. Я надеюсь, ты не записываешь видос. Кстати, если чё, я разрешаю общаться, типа, разрешаю общаться, когда активный диск, но когда идут переговоры по регламенту, типа, нежелательно. Я понял. Ладно, всем пока-пока. И удачи. Пока. Если что, там пишите. Понятно. Типа, если...